Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Константин Федорович Юо. Русский советский художник-живописец, мастер пейзажа, сценограф, теоретик искусства, педагог, профессор, академик Академии художеств, народный художник СССР, лауреат Сталинской премии первой степени. Родился 12 октября 1875 года в Москве, в германо-швейцарской семье, отец служащий страховой компании, позже ее директор, а мать музыкант-любитель. С 1892 по 1898 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его преподавателем были такие мастера, как Савицкий, Архипов, Касаткин. По окончании училища 2 года работал в мастерской Серова, затем основал собственную студию, в которой преподавал с 1900 по 1917 год совместно с Дудиным. Учениками были, в частности, Куприн, Фаворский, Мухина, братья Веснины, Ватагин, Колли, Грищенко, Ройтер, Бахрушин, Фальк и другие. В 1903-м стал одним из организаторов Союза русских художников. Также входил в число участников объединения «Мир искусства». С 1907-го работал в области театральной декорации. Занимался оформлением постановки оперы «Борис Годунов» в Париже в рамках русских сезонов Дягилева. До революции основной темой творчества были выполнены в особой манере пронизанные светом пейзажи русских городов: Москва, Сергиев Посад, Нижний Новгород. Широкой перспективой, изображением церквей и женщин в народных костюмах примет традиционного русского быта. После революции остался в России. В качестве отклика на революционные события было создано полотно «Новая планета». В советское время считалось, что художник изобразил на нем космосозидающее значение Великой Октябрьской социалистической революции. В современной России оно воспроизводилось, в частности, на обложках книги Ивана Шмелева «Солнце мертвых», описывающей красный террор в Крыму. В 1925-м стал членом Ассоциации художников революционной России. С 1948 по 1950 год был директором научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР. Помимо работы в живописной манере, продолжал заниматься оформлением театральных постановок, ну, а также графикой. Преподавал в качестве профессора в Московском художественном институте имени Сурикова, а также в других учебных заведениях. Институт имени Репина в Ленинграде, Заочный народный университет искусств в Москве. С 1957 был первым секретарем правления Союза художников СССР. В 1951 вступил в ВКПБ. Женат, 2 сына, брат Павел Федорович Юон, композитор, музыкальный педагог, профессор Берлинской консерватории. После революции остался в Германии, откуда после прихода к власти Гитлера эмигрировал на историческую родину, в Швейцарию, где и умер. Умер художник 11 апреля 1958 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Ну вот так вкратце из Википедии о русском советском художнике-живописце Константине Федоровиче Юон. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.